Швеция вместе с Казахстаном стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017 и 2018 годы. Наши страны вместе прошли нелегкую предвыборную кампанию и теперь приступили к работе. Тему продолжит Майра Кабиева. Напомним, что обе страны получили места в одном из главных органов ООН в острой конкурентной борьбе с другими кандидатами. У Казахстана, представляющего группу азиатско-тихоокеанских государств, таковым оказался Таиланд. Сложная ситуация была тогда в группе западноевропейских стран. На два места в Совете Безопасности ООН претендовали три страны – Италия, Нидерланды и Швеция. В первом туре Швеция сразу набрала необходимое количество голосов и была избрана в состав Совбеза Всемирной Организации. А Италия и Нидерланды продолжили борьбу. Даже в результате нескольких дополнительных раундов голосования никто из них не достиг требовавшихся 127 голосов. В результате эти две европейские страны заключили джентльменское соглашение и разделили срок полномочий. Таким образом, Италия будет непостоянным членом Совбеза в 2017 году, а Нидерланды в 2018. Казахстан же одержал убедительную победу, получив 138 голосов и стал членом Совета Безопасности ООН на два года. После этих исторических выборов Швеция и Казахстан теперь вместе работают в главной структуре ООН, на которую возложена ответственность за поддержание мира и безопасности на планете. Мы только начали работать вместе с Казахстаном и уверены, что это будет плодотворное сотрудничество в Совете Безопасности ООН. Надеемся вместе внести вклад для достижения хороших результатов. Мы будем работать для укрепления мира и безопасности. Среди вопросов повестки Совета Безопасности ООН, представляющих взаимный интерес, отмечаются разрешение конфликтов, миротворчество, достижение безъядерного мира и другие. Майра Кабиева, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк, США.